наверное, молчать нельзя. Больше молчать нельзя. И то, что сейчас происходит, это вынуждает меня сейчас обратиться ко всему народу Кыргызстана. Идет массовое гонение на соратников Алмазбека Шаршеновича. Идет гонение на членов моей семьи, на наших детей, на самых близких родственников. Уже зверски был избит старший сын Алмазбека Шаршеновича, Сейитбек Атамбаев. Сейчас его таскают каждый день в СНБ на допросы. Каждый день. Он в гипсе и на костылях. Поймите его состояние. Два уголовных дела уже открыты на близкого племянника нашей семьи, Алмазбека Шаршеновича. Был обыск в доме нашего куда? Это тестя старшего сына. Просто в грубой форме 10 милиционеров ворвались в дом, перевернули вверх весь дом просто его. Понимаете, не предъявляя никаких на то оснований, без ничего, без документов. Просто ворвались, сломали все, перевернули вверх дом. Что они искали, вы можете догадываться сами. Сейчас хочу сказать о своей семье, что опечатан наше жилье в госрезиденции Аларча. Мы не имеем туда доступ, я не могу забрать свои вещи, которые одевала, и так далее. То, что принадлежит нам. Но я хочу отметить, что этот дом в резиденции Аларча был построен на наши средства. Он был оснащен полностью на наши госсредства, на наши средства, личные, минуя государственные. И несмотря на это, они сейчас вот это делают. Я хочу сказать также, что арестован на счет, который существовал с 2002 года, еще с Акаевского времени. Сейчас там мизер остался. Мы все это время жили на это. И сейчас я намеревалась жить на это. Но он арестован. Еще раз обращаю внимание, с 2002 года, чтобы не было никаких недоразумений. Не мудрено, и я, наверное, уже могу сказать, что будет и опечатан дом, в котором сейчас я нахожусь с семьей. Это дом в Койташе, и, возможно, и он будет опечатан. И просто я с семьей тогда оказываюсь на улице. Я подчеркиваю, на нашей семье больше нет ни одной единицы жилья. Была единственная квартира сына Кадырбека, которую мы продали этой весной. Ни одной единицы жилья нет. Я хочу обратиться вот с помощью вас, журналистов, главе государства, главе нашей страны. 22 года он ходил рядом с нами, рядом с Алмазом Шаршеновичем, неоднократно и сам, и с семьей был у нас дома, говорил теплые слова, говорил о преданности и дружбе. Но я понимаю, что это теперь все растоптано. Все наше человеческое отношение к нему, все его заверения в дружбе, вся его речь на инаугурации о преданности, о дружбе и продолжении дел хороших, что начато было Алмазбек Шаршеновичем. Вы поймите, это все уже, видимо, остается в прошлом. Также я ему хотела бы сказать, то, что он сейчас творит, сейчас с нашей семьей, с народом нашим, со своими бывшими соратниками, это уже бывшие соратники, с теми, с кем он ходил рядом. Пусть он задумается, как он вообще будет выглядеть в глазах своего народа, в глазах современников нынешних и, самое главное, в глазах будущего поколения Кыргызстана. Ведь мы прекрасно знаем, что правители прошлого никогда не преследовали жен своих противников, не преследовали их детей, их семьи, потому что это было ниже их достоинства. У нас в стране это все наоборот. И я еще хотела бы сказать, вообще, не окажется ли вот такая ситуация выгодна для его репутации? Выгодно ли для его репутации как главы государства то, что сейчас он творит? Выгодна ли она сейчас вот для народа Кыргызстана и для всего мирового сообщества? И самое главное,
в исторической перспективе. Каким правителем он собирается остаться для будущих поколений? Это все решать ему самому. Сейчас только я узнала, что в деле Арабаева уже на меня открываются уголовные дела сегодняшнего дня. Я единственное хочу сказать, что я никогда не вмешивалась в дела судей. Я знала, что политика – это грязное дело, и никогда старалась не вмешиваться в это. И поэтому то, что сейчас творится, то, что сейчас открываются уголовные дела, я даже не знаю, где какой суд находится, и я не знаю ни одного судью. Поэтому желаемое властями просто выдается за действительное. Благодарю за внимание. Всего спасибо.